Уважаемые анапчане и дорогие отдыхающие, ваши волнения не имеют под собой почву. На этом месте мы по решению нашего градостроительного совета и изыскиваем возможность как можно больше расширить площадь набережной. И поэтому этот собственник, который вот сейчас вы видите ограду, ограждения это уберутся, и здесь будет расширение набережной. За счет этого набережная увеличится, а вот это то, что работа, которую проведены, он укрепляет свою, так сказать, крышу, которая здесь будет укладена вот такой тротуарной плиткой, и набережная расширится и примет такой же хороший вид, как мы сейчас видим.